все же ежегодно предоставляете сведения о доходах, расходах, обязательствах имущественного характера своих супруга и супруги, несовершеннолетних детей. И в связи вот с предоставлением таких сведений федеральный закон номер 131 об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации были внесены некие изменения. Изменения, предписывающие представительным органам, то есть Совету депутатов, принять порядок принятия решения о применении к депутату, выбранному лицу местного самоуправления, мер ответственности в случае предоставления недостоверных или неполных сведений о своих доходах, расходах и обязательствах имущественного характера. Вот такой порядок был нами разработан, комиссия одобрена, был разослан